Всем привет, мои уважаемые слушатели, меня зовут Маргарита, и сегодня я вам хочу рассказать стихотворение Андрея Дементьева «Пока заря в душе восходит». Начинаю. Любовь не только возвышает, любовь порой нас разрушает, ломает судьбы и сердца. В своих желаниях прекрасно, она бывает так опасна, как взрыв, как 9 грамм свинца. Она врывается внезапно, и ты уже не можешь завтра не видеть милого лица. Любовь не только возвышает, любовь вершит и все решает. А мы уходим в этот плен и не мечтаем о свободе. Пока заря в душе восходит, душа не хочет перемен. Все. Спасибо, надеюсь, вам понравилось. Всем любви.